Доброго времени суток, мои дорогие зрители. 30 болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора метро в центре Рима, сообщили в российском посольстве. Из них 7 унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, 5 находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения, сказал представитель депмиссии. По данным службы гражданской обороны Рима, госпитализированы 19 болельщиков ЦСКА. Позже посольство сообщило, что 2 госпитализированным после инцидента россиянам сделали операцию. Один из болельщиков лишился ноги. Личности всех пострадавших установлены, среди них есть граждане Украины. Дипломаты открыли горячую линию. Всю информацию можно будет получить по телефону, +39 380 265 27 69. Российский футбольный союз заявил, что находится на связи с консульством и готов оказать помощь пострадавшим в инциденте в метро. По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе. Эту информацию подтвердила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи. Станция метро «Репаблика», расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где проходит матч ЦСКА с итальянской «Ромой», сейчас закрыта. Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с инцидентом в столичном метро. Ведомственную проверку уже назначила городская служба транспорта. Столкновение фанатов перед матчем. По сообщениям местных СМИ, на мосту через Тибр неподалеку от Олимпийского стадиона произошли столкновения между российскими и итальянскими болельщиками. Силы правопорядка применили водометы и задержали около 15 фанатов Ромы. Кроме того, издание ENSA сообщило в Твиттер, что в другом месте города одного болельщика ЦСКА ранили ножом. Позднее посольство опровергло эту информацию. Этот человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч. Сотрудник посольства с ним уже связывался, отметили в депмиссии. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока.